Планы по ремонту дорог в Барнауле на следующий год обозначены. В городе продолжится реализация федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». На территории Барнаульской агломерации отремонтируют 5 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также 42 дороги местного значения. 110 километров. Именно столько составит протяженность всех отремонтированных дорог в краевой столице в 2018 году. Сейчас специалисты Алтай-Автодора и передвижной лаборатории диагностируют участки дорог, которые планируют отремонтировать. Это делают для того, чтобы правильно определить виды работ, которые потребуется выполнить. Отмечу, в этом году по проекту «Безопасные и качественные дороги» из федерального и консолидированного бюджета Алтайского края на ремонт барнаульских дорог направили 1 миллиард 300 миллионов рублей. На эти средства отремонтируют 2 дороги федерального значения, 2 регионального и 33 улицы. В 2018 году объем финансирования составит 1 миллиард 700 миллионов рублей. В нормативное состояние переведут более 60% дорог Барнаульской агломерации. Реализация проекта запланирована до 2025 года.